Господа, доброе утро. Мы на базе и занимается каждый своим любимым делом. Вот посмотрите, кто-то кушает, кто-то на крыше сидит. Михаил Юрьевич в травку смотрит, червячка потерял. Ну а я все это конспектирую и показываю вам с комментарием. Михаил Рудольфович, вам далеко отсюда видно? Да. Видно вот тот анусный вакуум, откуда мы приехали? Видно. Видно, да? Страшное дело. Оттуда он недостаточно виден. Ну, мне кажется, недостаточно виден отсюда. Тихо. Сломаешь крышу, будет ругаться. Мы собрались. Ага, вон что я нашел. Чей это? Самсон, ты же твой? Потерял ты его? Эх, не теряй. 6 часов не там баня. И мы сразу в баню. Короче, все собираются. Мы тоже уже собраны. Уже сейчас ух, как помчимся. У нас разрядился аккумулятор в хлам. Прикуриватель от вездехода. Я рацию на машине не выключил. За 10 дней она высадила все в сопли просто. Даже сейчас не знаю, можно глушить или не можно. Опасно, однако. В общем, собираемся. Я думаю, через часок мы выйдем. Подшаманим колесо, чтобы оно у нас не шипело по дороге. И двинемся сегодня же в путь. Душек примем, наверное, потому что мы уже оленями пахнем сами. Держись! Понравился тебе? Ну что, купим деньги? Давай папе покупай. Деньги собирай, папе купишь. Все, что дает бабушка, вторая бабушка, третья бабушка, прабабушка, все в баночку. Белый лагерь. Ура, это за нами, нас спасут. Я устал, я хочу домой. Найдет. Я хочу домой. Заберите меня. Пожалуйста. Смотрите, у него уже вон волосины какие выросли. Отрежьте. А у меня тоже вон какие выросли. Уже щипать можно, блин. Великолепно. Так, ребятки, мы наконец-то выехали и едем сейчас в Ревду к Юрию в гости, где проведем ремонт и... Почистим. Да что там, блин? Почистим перья. Да. В душ сходим. А то со времен базы не было душа. Трусы срежем старые. У нас монтажка есть, будем монтажки снимать. Очистителем карбюратора отлепим от себя, если другие оденем. Ёлки. Ребят, в палисаднике растет картофель. Все в гараж. Это самые экзотические овощи, которые в палисадниках растут, да? Понятно. На Кольском полуострове. Собака, ты что? Все в границах. Пешеходный переход, переходи. Стегни ремень, знак, видел? Да. Вот так вот. Из Ловозера выезжаешь, в Ловозере можно с отстегнутым ремнем ездить. Выезжаешь, надо пристегнуть. Все, работать начинают законы Российской Федерации и правила дорожного движения. Вот так вот, напоминаю тебе, пристегнись. Слушай, вот мы покинули Ловозер, даже не двигаться. Ребят, ну как вам наш вид? Наши фейсы. Да. Вот думаю, может ее оставить? Так вот выбрить там это самое, как сейчас эти стайлы делают, стайлы. Да, нафиг мне это надо. Бороду носить, эти колючки под носом. Не, ребят, это не мое. Отважный гражданин. Тут же знак, обгон запрещен, смотри. Наши любимые болота. А видишь, обгон запрещен, и здесь еще один знак. Скрытое наблюдение, то есть им это вообще не никоим образом. Видишь, тут дублируются все знаки. Сначала нормальный знак, а потом знак. Я вам говорю, обгон запрещен, точно.
третий будет стоять. Огонь вообще прям вот, ну, наглухо вот, ребята. Да, вообще запрещен обгон. Очень интересные знаки. Я почему-то сюда ехал, я не видел таких. А вот ночью ехал. Так, поворот в Ревду. ГАИ вот был такой пост. Допотопный. Ревда 7 километров. О, кто-то, блин, уголек тырит. Это асфальт. А, асфальт кто-то тырит. Ай-яй-яй-яй-яй. Такая, ребята, Ревда. Тут дома какие. Всяко разные. Так, ребятки, позатыкали мы вроде все колесики, жгутики, фигутики. И сейчас будем пить чай. Заехали к ребятам в Ревду. Ребята, такая мастерская. Вот такой вот гаражик. Ой, ребята, мы напились чаю, побывали в душе. Еще нас угостили вот такой вкусной марушкой. Варенье морошковое. Мы морошки так насобирали, у нас еще, кажется, будет варенье. Надо будет сейчас приехать и съесть. Я ее по дурости взял и открыл. В общем, жизнь налаживается. Начинаешь себя чувствовать человеком, даже вот с такой бородой. Компромат убрать. А это у нас заварка чая. Это мое, это хозяйство. Да, мы же заварка. Это вместо соуса там добавлять. Да. Пока, дружбан. Пока. 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 Пока, малыш. Сколько у тебя зубов-то много, а? Пока. Зубов-то какой. Все, господа, мы уезжаем. Все заканчивается, даже хорошее. Если вы будете в Ревде, то приезжайте к этому усатому дядьке. У него офигенно вкусный суп. Супруга готовит. Все, ребятки, большое вам спасибо за прием, за то, что вы нам дали почувствовать себя снова людьми после 10 дней бичевания по тундрам. Вот. А мы у вас отмылись, очистили, наелись, ну пора и домой. Дома семьи, жены, дети все плачут, рыдают и говорят, что будут бить нас вообще. Потому что так долго уезжать нельзя. Советуем остаться, если что. Мы все-таки прорвемся. Пока. Пока. Пока! Ну что, тебе понравился шерп? Да. Будешь на игрушки меняться свои? Какой? На все игрушки. Ты мне все свои игрушки, а я тебе шерп дам. Зачем? Ну я буду игрушками играть, ты будешь шерпом играть. Давай? Соглашайся. Давай? Давай. Ну в следующий раз тогда. Это его папа научил, говорит, отдавай все, сын, отдавай все. Папа тебе новых купит, мешок. Молодец, давай пять. Ава, молодец. Все, покедова. Пока. Итак, ребят, мы продолжаем нашу дорогу. Я сажусь за руль. Герасим Васильевич будет отдыхать. Он проехал у нас. Проехал он у нас много километров. Устал. Теперь будет спать. Вот. Интересного пока ничего не произошло. Пока у нас просто смена пажеского караула. Мы, народ, продолжаем ехать домой. Время 3:21. Ехали в Кемский район. На дороге у нас вот такой туман. Голода мои туманы, маны, утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. Вот, ребят, время 4 часа утра, туманы не кончаются. Голода мои туманы, маны, утекла любовь из кармана. О, народ, время 4:47, доползли до Кими. Все, до дома уже почти рукой подать. До Питера 783 километра. Все, мы почти дома. Ребят, река Сегежа. И все ближе и ближе.
Итак, народ, случилось хорошее. Проснулся Герасим Васильевич. Это значит, что я скоро пойду спать. Нет. Нет. Это значит, что я сейчас перевернусь на другой бок и дальше спать. Ручка не права, теперь категория. Я-то думал, посплю. Смотрите, ребят, бешеный одуванчик проснулся. Ты меня точно не бил? Нет. Что, кажется, что бил? А такое ощущение, что ты бил. Нет. Было, конечно, такое желание, но не стал. По-моему, желание. Иди спи. У тебя было, и ты его, по-моему, там... Ничего я не сделал. Удовлетворил. Ничего я не... Ура, народ! Мы в Московской области! У-у-у! Мы приперлись домой почти что! Ха-ха! Народ, тут дело такое. Мы приехали! Наконец-то! Мы дома! У-у-у! Это значит что? Это значит, что скоро будет новое приключение. Хоть недельку дома побыть. Очень старые приключения никто не видел. У нас уже на засолку в бочку хватит. Все, ребят, мы правда приехали. Ох! Кольский не отпускал. Как отпустил? Да, вырвались. В общем, ждите серии. Вернее, когда вы уже это увидите, уже все про Кольский вы будете знать. Вот. Было весело, прикольно. Было красиво. Были ягельники, бляха-муха, ягельники. Были, ребят, приключения, настоящие приключения, да. Охота, рыбалка, поиск кладов, надо переименовать просто приключения на задницу. Ладно, все, пока. Будет очень ярко. Все, покедово. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.